Итак, ребята, давайте обсудим некоторые организационные моменты. У нас заканчивается учебный год, а впереди у нас что? Экзамены. А перед экзаменами у нас что? Праздник последнего звонка. Конечно, праздник последнего звонка. А теперь давайте решим, что у нас будет на этом празднике. А давайте станцуем. Споем. А кто будет петь? А главное, что? Прекратите немедленно! Извините, пожалуйста, это мне мама звонит. Это ее любимая мелодия. Что это такое? Боже мой, ну как так можно? Откуда в вас это? Ужас. Хорошо, давайте продолжим. Кто будет петь на последнем звонке? А можно я спою? Да вы что? Перестаньте! Прекратите! Извините, брат. Юра, ну ты! Как же ты? Так, отключили все свои мобильные телефоны. Что за мотивчики у вас? Где чувство прекрасного? Где ваша культура? Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Климова, прости, люби. Это просто какой-то кошмар. Кто? Кому опять звонят? Извините, Инна Александровна, это ваш. Алло? Муж звонит. Стас, не по зубам тебе задача. Очень плохо. Садись. Не быть тебе ученым, к сожалению. Не все в жизни физика. Кто это сказал? Ну, я. Шаройкина, для начала встань, когда с учителем разговариваешь. Задачу решить. Сможешь? Ясно. Поступать куда собираешься? Институт бизнеса БГУ. Так-так, интересно. Закончу институт, устроюсь в престижную компанию. В скором времени я возглавлю и уеду жить с красавцем-мужем на Багамы. Артём, а ты кем будешь? Я... Встань, когда с учителем разговариваешь. А я буду мужем Шарокиной. Эх, Артём, садись. Катя, с такими знаниями не быть тебе бизнесвумен. Садись. Кто может решить эту задачу? Девушка... Татьяна, ну а ты куда поступать собираешься? Что? Встань, когда разговариваешь с учителем. Поступать куда собираешься? Институт управления и менеджмента. Может, институт управления и менеджмента? Нет. Институт управления и менеджмента. Садись. Ну, кто-нибудь может решить эту
задачу. Полина, задача. Конечно, Александр Григорьевич. Ну, иди к доске. Все остальные решаем задачу у себя в тетрадях. Хорошо, Полина. Молодец. Решение верное. Кстати, ты куда поступать собираешься? В педагогический. Одобряю. Садись. Быть тебе министром образования. Полина, что-то еще? Александр Григорьевич, встаньте, когда с министром образования разговариваете. Здравствуйте, многоуважаемая. Есть парень пообщаться? Нету. А если найдем, то отберем. Как зовут? Стас. Всегда мечтала о Станиславе. Это мой парень. Не волнуйся. У нас у самих парни имеются. Прогуляемся и вернем. Да, конечно. Я перезвоню. Оля, что случилось? Парни отжали. Поверь моему жизненному опыту, подруга. В наше время нужно либо иметь черный пояс по карате, либо брать парня попроще и посмешнее.